Так, ребят, очень важный момент. Вот здесь вот маршрут по Венгрии. И его нарушать нежелательно, потому что это чревато уплатой довольно-таки большого штрафа. Так, опять съемка какая-то идет, и мы их снимаем, и они нас снимают. Так, в общем, если вот нарушаете маршрут, то это чревато штрафом. А какой штраф? Зафиксируют камеры? Не знаю, зафиксируют, в общем, камеры, и потом вас накажут. Самый интересный нюанс, что здесь нужно контролировать, в общем, навигатор, потому что навигатор, он может где-то в некоторых моментах в другое место ввести, по другому пути. Так что вот-вот ознакомьтесь с точным маршрутом, как нужно двигаться, и потом уже, так сказать, вот по этому маршруту и продолжать свой путь. Ну, я думаю, что в России вот очень похожая фишка, в Германии похожая. Там, получается, покупаешь автобамы именно конкретные, заказываешь именно с точки А до точки Б, вот как в данном случае, и нарушать нежелательно. Такой вот нюанс.